Всем добра, Алекс. Отель пустой. Вот я сейчас немножечко покажу, как это по коридору здесь выглядит. Отель представляет себя такой, типа как старинный особняк под 19 век. Вот. Сейчас спустимся с третьего этажа на второй. Здесь у нас ресепшн с диванчиками красивый такой. Здесь у нас типа как ларек сувениров. Вот покажу. Все это можно купить. Вот мне здесь понравились всякие штуки-дрюки, которые здесь есть. Обратите внимание, это поделки про местные народы. Вот так. Вот. Здесь такое деревянное панно. Пустозерск. Сделано. Это про Нарьян-Мар и Пустозерск. Насколько вы знаете из музея, что Пустозерск был создан до Нарьян-Мара. Еще в седых 1700-х годах, а то и раньше. Вот здесь машинка Зингер. Такая вот сделана. Вот здесь первый этаж. Здесь ресторашка. Туда вход в ресторан. Вот там ресторан у нас. Кушать. Вот. Очень такой классный ресторан, кстати. Рекомендую. Вот. С такими столиками. Вот я сам. Всем добра. Вот. Ну а здесь вход. Это, можно сказать, один из моих первых обзоров, когда я отель снимаю наоборот, то есть сверху вниз. Выхожу из самого отеля. Вот такой вот отель. Пустозерская. Ребят, Пустозерск называется. Гостиница и ресторан. Достаточно хороший такой вот комплекс. Вот кто будет на Нарьян-Маре, рекомендую именно сюда заселяться. Он трехэтажный, тихий, спокойный. Ну, в принципе, сам Нарьян-Мар очень... Такой нешумный город, тихий, спокойный, чистый, ничего лишнего нету. Вон особое здание есть для особых людей. Вот, очень такие узкие улочки. Вот это у нас как раз улица Ленина, вот это самое центральное. И вот так это вот здание все выглядит. Так вот выглядит это отель сбоку с улицы Ленина. Ну а там вот дальше вот такие вот обзоры открываются. Вот. Велосипедик. Всем добра из Нарьян-Мара. 8 августа 2021 года. Алекс Рантье. Тревел блогер. Живу на проценты своих инвестиций. На полном пассиве. Всем добра.